Мы продолжаем выпуск. В Караганде в этом году планируется запуск производства крупного литья для железнодорожных вагонов на Карагандинском машиностроительном заводе имени Пархоменко, сообщил аким города Мейрам Смагулов на прошедшем форуме предпринимателей. Сумма проекта более 3 миллиардов тенге. Планируется создание 400 рабочих мест, сообщил аким города Мейрам Смагулов. Он отметил, что проектная мощность предприятия 10 тысяч штук рамы боковой и 5 тысяч штук балки надрессорной в год. Оборудование введено в эксплуатацию, отработано производство полистироловых моделей на модельном полуавтомате, производится пробная отливка балок и других комплектующих для грузовых железнодорожных вагонов. Проведен демонтаж старого оборудования, монтаж кабельной продукции, трансформаторов. Сотрудники завода уже обучены работе на линии, сообщил глава города. В настоящее время произведена полная наладка оборудования. Выход предприятия на проектную мощность запланирован на 2013 год. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».